Блядь, тогда. Ты что делаешь? Вы сейчас мне сказали, Ольга захотела покушать. Сбербанк! Ты куда летишь? Там никого нет. Куда пошел? Ребят, а перед началом выпуска я вам хочу порекомендовать крутой сервис, на котором вы сможете очень хорошо заработать. Кстати, я вам уже его рекламирую не первый раз, и многие из вас уже на нем начали хорошо зарабатывать. Ну а те, кто не в курсе, что здесь происходит, то слушайте очень внимательно. Самый кайф в том, то, что всю работу делают за вас. А вам нужно только перейти по ссылке в описании, зарегистрироваться там, выбрать сумму, какую хотите внести, подождать определенное количество времени и вывести оттуда уже в разы больше. Кстати, когда начинал лично я вносил по 500 рублей. Так что, ребят, пробуйте. Ребята работают уже давно, очень надежно, выплаты делают вовремя. И, кстати, вы можете зайти на их сайт и убедиться в том, что у них есть сертификат подлинности, что доказывает то, что все честно и все надежно. Так что, ребят, не упускайте свою возможность, переходите по ссылке и начинайте зарабатывать. Ну а мы начинаем наш новый выпуск. Погнали! Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, да, тут что-то связь плохая. А вы такси заказывали, да? Да. Вы подъехали уже? Да, я подъехал, только не пойму, туда ли, тут какая-то заброшка, что-то непонятно, заборы какие-то. Да, это я тут с работы ухожу. Вы где стоите? Ну вот, я вижу, там впереди шлагбаум и, по-моему, этот. Всё. АКПП, тут связь просто. Ага, все, понял. Сейчас а скажу. Вы через сколько выйдете? Минуты через две. Сейчас я уже иду. А через сколько выйдете? 2 минуты. Не, по времени имею в виду. Ну, через 2 минуты. А, все, ну все, я тогда вас жду, давайте, до свидания. Ой, то есть до скорого, до встречи. Все, давай, дайте, короче, договаривались. Прячься, короче, где-нибудь. Все, ребята, дальше, короче, начинается. Здравствуйте, такси, да? Да, здравствуйте, да. Это я с вами, да, разговаривал? Да. Да, здравствуйте, я Макс. Ну, здравствуйте. Все, едем? Да, поехали. Все взяли вроде, да? Все, вы ничего не забыли? Не, все. Так, едем. Можно ехать. А нам мы там выйдем? Нет, я думаю, надо будет развернуться все-таки. Там только для грузовых. Алло. Алло, блядь, дебил, ты где меня высадил? Тут какие-то гаражи, блядь, куда мне идти-то? Макс, забери меня. В смысле? Я это уже с пассажира следующего взял, я уже уехал. Какого пассажира, блядь? Нахера ты меня тут высадил, придурок, я тебя вижу. Вернись за мной. Как? А я же с пассажиром уже. Нет, ты чё? Забери меня, нахер ты меня тут высадил, я искал в другое место, и отвези. Какое другое? Вы сказали, я туда и привез. Подожди меня! Я не знаю, я сейчас тут потеряюсь, придурок. Я уже следующего пассажира взял. Алло. Блядь, да. Вы чё, бежите за мной, что ли? Я уже пассажира следующего взял. Мне всё равно, понял? Забери меня, придурок. Что это такое, блядь? Не знаю, высадил человека. Подожди! Я уже, ну, про пассажир просто... Нет, не забирай его. Высади его, меня лучше отвези. Это вы бежите, что ли? Нет, это не я. Это вы? Я уже пассажира. Алло. Блядь. Кто, блядь? Я уже пассажира другого взял. Пошел ты. Алло. Меня вези, понял? Ты что слесал-то, блядь? Я уже пассажира взял другого. Нет. Уже да отвези меня, да я тут потеряюсь, ты дурак. Вы сами сказали привезти к заброшке. Вот у меня сразу следующий заказ прилетел. Куда заброшке? Я сказал, в другое место меня отвези. Ну куда ты меня привез-то? Тут, блядь, тут страшно. Мужик, извини, можно с вами, пожалуйста. Ну вообще-то да, блядь, мне в банк надо. Ну только сначала человека тогда отвезу, потом вас. Не, давай меня сначала. Вы не против?
А куда тебе вообще надо? Ты откуда, блядь, живу? Мне тоже в банк поехали, все, вместе едем. Ну, если по пути, то хуй с ним, чё, блядь. Вы не против, да, тогда? Ну, заказ просто попилим тогда и все. Все, да, договорились, хорошо. Спасибо. Блять, высадил меня где-то придурок. Не, я же вас двоих, по сути, везу, значит, ну, чуть больше, наоборот, денег, в смысле, заказ попили. Наоборот, больше денег докинете мне. В смысле, блядь, больше денег. В смысле, больше денег, блядь. Я заказывал, блядь, по одной цене, и охуй, должен больше. Ну, так давать. Вы сами за него ручаетесь. Я нахуй высаживаю его тогда, нахуй, здесь, блядь, пусть он... Не, не надо, не надо, пожалуйста. Вы же сами за него ручаетесь, значит, за него и платите. Мне он вообще не нужен. Я его вообще знать не знаю. Блядь, а я его, блядь, ну как будто знаю. Посмотрите за него, он тоже какой-то странный. У него на лице написано, что черт какой-то. Слышь, ты кого чертом назвал? Извините, это я. Да, что-то. Ой. Куда ты нас привез, блядь? Куда? Разворачиваться тут надо? Конечно, я же тебе сразу сказал. Я просто думал, вы шутите. Да ты что делаешь? Сейчас разъебемся, блядь. Блин, я просто недавно это за руль сел. Я еще не очень понимаю, как здесь. Блядь, ты нормально, можешь ехать. Че, блядь, ты че, ёрнулся? Я не умею, просто недавно только сел. Да ты дурак, блядь, че, отъебёмся. Это пиздец какой-то. Да. Сейчас. Пиздец просто... вызвали такси, блядь. Тут просто скользко как-то. Почему она как-то странно ехать стала? Все, нормально вроде. Так. У вас указано, да, куда ехать? Конечно. Мы вернулись, откуда я вас забрал. Отсюда. Ну, нормально. Я вот здесь вот высадил, я не понимаю, что мне, куда идти. Я искал в другое место меня отвезти. Вы за мной, что ли, бежали? Да. Как лох. Так, веселый, куда? По-моему. Куда он? Мне просто так навигатор его бьет, но мне там неудобно сейчас заходить. Сбербанк. До любого отделения Сбербанка мне надо. Блин, надо только на заправку заехать, ребята. Блядь, ты раньше что, заправиться не мог, что ли, блядь? Бензин заканчивается, смотри, даже только что восклицательный знак вылез. Осталось прям вообще, ну чуть не успеем. Я прям быстро, вот сейчас будет как раз по пути заправка, я знаю, вот тут рядом. Я прям быстро если сейчас... по пути, то давай. Прям быстро. Ну я просто реально не знал то, что он как-то закончился как-то внезапно. Было просто, ну много, полный бак, а я за вами приехал, и что-то нет полного бака. Теперь на нуле. У меня просто этот 5 литров всего. Можно залить. Бензобак. Что это за чудо-машина такая, блядь? Новый Smart от Audi. Новый Smart от Audi. 5-литровый. Что будет здесь по пути? Вот справа заправка. Где? Вот. Где? Вот. Что, видели? Ёбнули, что ли, блядь? Какая нахуй заправка? Вот заправка. А, вот, реально, блин, а я туда уже не проеду. Вот это вот? Да, да. А вы тоже видите под песком, да? Да, нормальная такая. Вы что, ебнутый, вы что, блядь, вкуренный, что ли, нахуй? Не. Вы вкуренный? Вы же ему говорите? Я вам обоим говорю, блядь. Вы со мной на месте? Блядь, вы ебнутый, мы едем, блядь, там гора песка, блядь, вы говорите, там заправка, нахуй. Там она была, блядь. Че смеетесь? Вы реально, что ли, под чем-то? Не, просто я вас поддержал, потому что я просто в такси, когда езжу, пассажиры-то разные бывают. Там дурачки, не дурачки, сами понимаете. Но с ними лучше соглашаться, потому что, ну, мало ли что не в голове. Так что, если что, вы тоже с ним соглашаетесь. Хорошо, ладно. Короче, мне это сначала первого везти, правильно? Блин, что с машиной? Колесо выебал. Ну сейчас ты у нас что, блядь? Что мы остановились? Бензин уже что ли закончился или что? Уважаемый. Мудила! Не надо. Ну что, вышли? Мы едем? Да. Что-то мне вообще. Едем? Поездочка. Прямо походу уснул. Он откуренный, да? Пиздец. Мужик, блядь, ну звезду ему поставь. Ну вообще, блядь, без звезд уедет.
страны, не ставьте ничего. Будет младшим лейтенантом. Да все, если хотите нормально сейчас, вот это не надо, только не ставьте плохую звезду. Поставьте 5 звезд. Пока, блядь, ни одну не заработал. А что у вас за iPhone, кстати? 11. О, нормально. Чего больше денег стрясу с вас? Ну, блядь, мой мобас. В курсе, что я тут, блядь, сижу, блядь, ебанутый, ничего, слышно? Зачем тебе Сбербанк? Блядь, тебе ебёт, что ли, нахуй? Ты что, деньги, блядь, есть? Нет, блядь. Ты говорю, ну тебе это ебёт, что ли, блядь, да. Или чё? Мне очень интересно. Нахуй тебе вообще это надо знать? Пожалуйста. Нахуй тебе это надо знать? Скажи. Нахуй тебе это надо знать? Скажи, пожалуйста. Ты чё вы до человека докопались? Видите, уже агрессирует, зачем вы его? Он вас и так вам одолжение сделал, повёз вас. А вы ему ещё нервы мотаете. Сбербанк едет, у него, наверное, деньги есть. Не надо ему нервы мотать. Зачем вам Сбербанк? Блять, вы что, нахуй ебнутый, что ли, блядь? Какая нахуй разница, зачем Сбербанк, блядь? Интересно, просто он, значит, я не задумался, он начал спрашивать, мне реально тоже очень интересно стало. Блядь, затем, зачем людям, блядь, банки нужны, блядь, ебаный в рот? Наверное, чем? Бабки снять, нахуй. Вы кредит хотите взять? Нет. Просто кредит не вздумайте даже брать. Такая тема пропащая. Не надо лучше. Я вот связался в 96-м. С кредитом. До сих пор, блядь, отдаю. Каким нахуй кредитом? А чё вы нахуй очень несёте, блядь? Давайте молча поедем, всё, заебали меня нахуй. Это отвезите меня уже, блядь. Чё вы на меня вообще агрессируете? Я вообще вас, вот вы с ним. Вы вообще его зачем взяли? Я тут вообще не хотел. Я хотел одного человека везти. Не усаживайте меня, пожалуйста. Мужик, извини. Ты едешь вообще как хуй пойми кто, блядь. Этот пиздит какую-то хуйню несусветную просто, блядь. Да нормально, все, едем. Блядь. Я не знаю, я даже ничего не нажимал. Блять, ты вообще адекватный? Нет, нахуй. Я даже ничего не нажимал само как-то. Блядь, тихо, не надо злиться, пожалуйста. Чего реально злиться? Мне тоже это не нравится, как он едет. Да все, не нервничайте, сейчас нормально. Сейчас на заправку заедем, выдохнемся и дальше нормально поедем. Все, сейчас реально. Это может быть из-за того, что, может, бензина мало, типа, и она этот, плюется. Машина так не может ездить. Блин, реально. Надо, короче, прокладывать. Ты ебанутый, что ли? Нет, блядь. Из-за бензина, наверное, серьезно, надо просто заправить машинку. Сейчас на заправку заеду, дальше хорошо, наверное, поедет. Блядь. Ну купил, заговорили, не плюй. Тут люди ходят, блядь. Я вот поэтому и торможу, вот. Мне просто очень... Сейчас. Что ты делаешь там, блядь? Что делаешь? Я педаль бью. Поехали. Блять, ты ебанутый? Я педаль буду рукой держать, чтобы вам не было такой, не было. Блять. Чтобы я, блядь, с этого леса пешком пошел. Ебучие гаражи, блядь. То заправки, блядь, какие-то нахуй в песках, блядь, у обоих. Я сейчас быстро схожу. Тут сидите, никуда не уходите. Давай. Только тут будьте, а дальше нормально поедем, короче, до ИЗО. Это просто из-за бензина, ну. Давай. Поможете нам, если вы пистолет ставите? Да, все, ставлю пистолет, да. Все, и будьте тут. Я ничего никуда... не буду, типа, помогать, сам тут, делай. Тут только сидите. Сам делай все. Что здесь? Что? Давай на бабки его нахуй кинем. Просто ебем, он будет неадекватный, блядь. Что у вас какие-то криминальные идеи, блядь? Кого там на бабки кинуть, блядь? А чего до меня доебались? Ну вот еду я в Сбербанк и еду нахуй. Вас-то что это? Не тоже Сбербанк, да. А тебе туда я нахуй? Я с тобой пойду. Блядь, ты в другое нахуй отделение уедешь. Ты же мой брат. Конечно. Ты мне брат. Все. Ты в документах посмотри, я твой брат. Родословно. По папе римскому, блядь, что ли? Нам? Нет. По маме. Катя. Пиздец, блядь. Чё ты трогаешь? Сиди спокойно. Да я сижу. Тебе кажется, мужик. Ты чё меня трогаешь, блядь? Да я не трогаю тебя, мужик, тебе кажется. Ты чё? Блядь, ты охуел, что ли? Нахуй ты меня трогаешь, блядь? Не трогаю я тебя.
Блядь, ты в натуре ёбнутый, что ли, блядь? Блядь, успокойся нормально. Чё нахуй, успокойся, блядь, руки нахуй, бери свои нахуй отсюда. Успокойся, мужик. Нас мужик, прикинь, заправлял. Прикинь. Блядь, а кто должен тебя заправить? Я думал, я буду. Пёс, блядь, собака, на. Ну точно, ёбнутый, может он под чем-то? Да мне кажется, вы вдвоём такие, блядь, чем под чем-то, блядь. Мы вдвоем. Я один. Кто мы вдвоем? Кто ты, это долбоеб, блядь. Какой? Блядь, какую-то хуйню нахуй городит. Этот еще не едет нихуя. Ой, блядь, не туда. Это кто? А, это водитель. Че, блядь? Нахуй туда сел. Я перепутал. Не туда сел. Смотри, таксист. Пиздец бесится. Блять, убери нахуй руки, ты в натуре ёбнутый, что ли, блядь? Зачем вы трогаете человека? Блять, иди нахуй отсюда, блядь, заебал меня, блядь. Ну поехали. Извини. В натуре я хуели, блядь. Вы пистолет отставляли? Нет. Он сам вставил. Там мужик сказал, сам. Вы хотели бы вставить пистолет? Я бы вставил пистолет. Можно туда вставить. Да что, ебанутый нахуй? Какой нахуй пистолет? Куда вставлять, блядь? Ну, блядь, успокойся нормально. Смотрите, машину заправили. Все, мы можем ехать? Полный бак? Да. Поехали. Все, отвезите меня уже, блядь, в банк нахуй. Смотрите, полный. Где? Что мы, блядь, да ты туда будешь до завтра, сука, смотреть? Нет, все, поехали. Поедем сегодня? Я вас и так двоих взял, так что давайте вы кто это... Кто двоих, блядь, мы не вместе? Нервы мне... Да, я уже понял, вы просто решили денег сэкономить, но это вам в минус карму. Карме? Чего несешь? Тебе, блядь, за такое вождение тоже, блядь, минус в карме будет, ну. Куда летишь? Ебать, я лечу! Чё, орёшь, ты ебанутый, что ли? Ты куда летишь? Там никого нету. Там нет никого. Обгоняй! Ебанулся. Ой, куда ехать-то? Таксист. Мы, короче, сейчас с ним разговаривали. Ой. Короче, мы решили то, что мы тебя вдвоем на бабчика кинем. Так сюда. Сюда, сюда. Слышь? Мы тебя на бабки кинем вдвоем. Я вам, походу, что сейчас кинем. Что с тобой, нахуй? Ты, блядь, ломаешь, что ли, блядь? Нахуй мы сюда заехали. Нахуй мы, блядь, сюда заехали. Магазин. Шоколадки. Чухнулся магазин, блядь. Какие нахуй шоколадки? Ты куда, блядь, пошел, нахуй? Куда пошел, блядь? Нет магазина. Как думаешь, тут можно курить? Я не знаю, блядь. У тебя спайс есть? Какой нахуй спайс, блядь? Ну что, у него спайс есть. Подожди. Дай посмотрю. Ты что делаешь, блядь? Это нахуй не твоя машина, успокойся, блядь. Сядь нахуй сзади, сиди посмотрю. Ровно, блядь. Какая разница, это тоже не твоя машина, дай посмотрю. Да, алло. Нахуй ты убежал, блядь, из машины. Он тебе звонит, блядь? Ольга? Какая нахуй Ольга? Вы сейчас мне сказали, Ольга захотела покушать. Какая нахуй Ольга, блядь? Собака Ольга? Ебать, ну... ты куда садишься, блядь? Поехали, без него нахуй он нужен, ходи, блядь. Слышь, ты что делаешь? Ты ёбнутый, что ли, блядь? Все, без него едем. Ты что, нахуй... ты что, ёбнутый, блядь, останови машину, блядь. Ты нахуй нужен. Я тебе сказал, блядь, останови машину, куда иди отсюда, машину? Нахуй. Ты куда поехал? Я думал, без тебя поедем. Ты куда поехал? Я Ольгу кормил. Как, блядь, ты что, ты что, реально, ты что, дебил, вылези из моей машины. Нет. Иди, вылазь нахуй отсюда, блядь, давай, иди, садись за руль, блядь, поехали, блядь. Придурочный. Поехали.
извините, что так получилось, мне нужно было срочно вылезти из машины. Накормил Ольгу, блядь? Мне реально нужно было срочно, реально нужно. Я бы просто так бы не ушел бы. Пиздец какой-то, блядь. Все, давай, отвози меня уже, блядь. В банк, нахуй, и езжайте куда хотите, блядь. А машина так не поедет, нет. Надо там поменять. Там вот, видишь, стрелочка вниз. На взлет, значит. Давай. Блядь, ты сколько дней, блядь, за рулем? Один? Нет. Вчера, блядь, ты право получил? Сегодня. Все, без права, блядь, ездил, с ней нет. Мужик, ну, давай его просто бабки кинем. Нахуй так гонит. Эй, ты что, ёбнутый, что ли, блядь? Блять. Все, дальше должно быть хорошо, вроде понял, как ехать. Все, вспомнил, блядь? Д это С. Д это С, блядь, нормально. А это В, нахуй. Блядь. Блядь, ты чё, ебанутый, сука? Не надо. Вы чё так закричали? Хули он меня трогает, блядь? Я аж испугался. Ты чё все ржёшь? Нафига ты трогаешь пассажира? Да ты чё, дебил? Ёбнутый, что ли, блядь? Ты реально, что ли, придурок? Нафиг ты реально трогаешь нас? Ну, поедем. Вылази из машины, мы не хотим тебя везти, ты реально какой-то тупой. Выходи. Вылази, давай. У меня есть мои личные вещи, я не уйду. Вылази. Забирай нахуёвую отсюда, блядь. Нет. Давай реально вылази. Я чё, ментов вызову? И что? Агрессировать. И что? Бля, я сейчас тебя по-другому поагрессирую, ты заебал, на. Либо сиди смирно, нахуй, не выебывайся, блядь, вообще молчи, нахуй. Либо все, уебывай отсюда. Все, хорошо, едем. Ты же вспомнил, как ездить, что опять хуйню, блядь? Сейчас я смог, сейчас я смог. Давайте с вами не будем ругаться, давайте вот его лучше. И на него агрессируйте, меня не трогайте, я и так ненормальный, меня не надо трогать. Да вы оба какие-то с припязью, блядь. Этот трогает, этот, блядь, не ездит нихуя, блядь, нормально, блядь. Блядь. И куда ты, блядь, Жик, меня привез? МРТ. Куда ты меня, блядь, привез? МРТ. Куда ты меня привез? Куда ты меня, блядь, привез, сука, блядь? Открой свой навигатор и посмотри, блядь. Это не то место. То? Не то, блядь. Вон зеленым горит. Типа у Сбербанка зеленая. Блядь, ты вот ёбну, там написано аптека, блядь. Мужик, мы не туда приехали. Мужик, знаешь почему? Почему? Мужик, знаешь почему? Он тебе, блядь, ответил, почему? С ним разговариваю, со мной я, не надо. Я у тебя спрашиваю. Со мной не надо разговаривать. Все. Со мной не. Знаешь, блядь, почему? Не общайся, сука, со мной. Мужик. Я тебе говорю, не общайся со мной. Я не с тобой, мужик. Че ты стоишь, блядь, нахуй? Давай вбивай, блядь, этот адрес ебаный, блядь. Машина ездит. Сбербанк! Сбербанк! Ты чё орёшь-то, блядь? Он не находит. Давай я попробую. Сбербанк! Сбербанк! Ебанутый мужик. Напиши пальцами на клавиатуре, блядь. Я в обуви. Взгляните. Что в обуви, блядь? Как я пальцем напишу, я в обуви. Что смешное? Мужик, знаешь почему? Почему? Блин, мы не туда приехали. Мужик. Да ладно, правда, не туда, ёбаный урод. Мужик.
Рык. Ты что, ты доебал стать? Знаешь почему? Почему, блядь? Рык. Что тебе надо, нахуй? Чего вы агрессируете? Мы заебали, мы можем молча спокойно доехать, блядь. Без насилия? Без насилия, блядь. Блядь, я люблю. Как без. Может, мы уже, блядь, вперед поедем? Нужно сначала задний ход. Сейчас бампер въебешь. Не надо больше. Все, поехали. Можете поставить? Свой, а можно я? А ты нахуй там вообще опять запиздел-то, блядь. Блядь! Что произошло? Машиной проехала уже. Вы смотрите, вот Сбербанк. Это аптека, блядь. Зеленая! Хуёная, блядь! Зеленая, нахуй. Ставьте, пожалуйста, щитель. Сам ставь. Я не могу, блядь. За рулем я. Ну нахуй не вставляй тогда. Ты что делаешь? Ёбнулся, сядь нахуй, блядь, за руль. Держите вот так. А он Сбербанк? Вот, вот, да, вот сюда вот заворачивай. Я нашел! Я нашел! Я нашел! Я нашел! Да не ори ты, блядь! Я нашел! Блин, пиздец. Ладно, все, извините, это вообще на самом деле все был розыгрыш. Какой нахуй розыгрыш? Идите в пизду, блядь. Это мы знакомы, это все розыгрыш. Мы приехали, это все просто был розыгрыш на самом деле. Ёбнутый, блядь. Стойте, стойте, да подождите, ну стойте, ну серьезно, это реально был... Подождите! Ну а как же в закат? Побежим за ним или что? Нахуй, ну, блядь, пиздец, я говорю, что мы еще поебальничку куда-то ловим. Бля, машина. Просто сказать ему, блядь, хотя бы, сука, он даже не понял, что это. Не, ну нахер, он слишком какой-то агрессивный. Блядь, он тут вил, он сразу выбежал, блядь. Блин, кстати, вроде бы угарно получилось. Че, ребят, в общем, получился у нас вот такой вот выпуск. На самом деле, не знаем еще, что получилось. Сейчас, в общем, поедем его смотреть. Если все-таки мы его выложим, и он вам понравился, то ставьте к нему лайки, поддерживайте нас. Подписывайтесь обязательно на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока.